Всем привет! Это канал «Ну что, свяжем?» Я Оля. Рада приветствовать всех подписчиков своего канала. Спасибо за лайки, за ваши подписки, за комментарии. А также рада приветствовать всех новичков. Не забудьте посмотреть предыдущие видео, обязательно лайкнуть, написать комментарий и поставить колокольчик для того, чтобы знать, когда выйдут следующие видео. Если вы заметили, что я вяжу образцы, небольшие, да, образцы узоров, мы сегодня сделаем точно такой же образец, буквально из 30 петелек. Узор будет состоять из двух цветов, но можно связать из одного цвета, можно связать из трех. В общем, как душа пожелает, вы увидите. Итак, как всегда, узор у нас из 30 петелек. И для того, чтобы у нас узор очень красиво закончился, мы наберем еще дополнительную петельку. Получается, мы будем набирать 31 воздушную петлю. То есть небольшой такой вот размер образца вполне хватит для того, чтобы рассчитать, сколько потребуется материала для дальнейшего изделия. Итак, опытные мастерицы, набирайте 31, получается, воздушную петельку. Новички, смотрите, берем вот таким вот образом крючок. Проворачиваем, так, пальчиком зацепили и ниточку вот так вот вытянули. Это у нас такая вот, зафиксировали петельку и с нее начинаем вязать воздушные петельки. Слышали, да, такое понятие, как цепочка. Мы будем вязать цепочку из 31 воздушной петельки. Захватили ниточку и в петельку. Раз, захватили ниточку, в петельку. Два, захватили ниточку, в петельку. Три. И так далее продолжаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Смотрите, кто вяжет медленно, ставьте на паузу. Договорились? Кто вяжет быстро, можете сидеть слушать мои болталки, да, а можете перематывать. Угу. Итак, начинаем первый ряд узора. Смотрите, для начала мы сделаем 3 петли подъема. Раз, два, три. А потом в узоре должна быть воздушная петелька. Раз. И все, и вы уже запутались, куда дальше идти, да? Так вот, смотрите, посчитайте 7 петелек. Раз, два. От крючка. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. И в седьмую сделайте столбик с накидом. Пока делайте вот как вот говорю, да? Потом поймете. Накид. Вот. В седьмую петельку мы вводим крючок. Таким вот образом. Сейчас, минуточку. Вводим крючок, чтобы две петельки зацепить. Вытягиваем одну ниточку. И теперь провязываем вместе две петельки. Раз, две петельки. И второй раз две петельки. У нас получилось вот такое вот окошко. Делаем дальше. Воздушная петля, накид. Одну петельку цепочки пропускаем. Так. И в следующую мы вяжем столбик с накидом. Раз. Потянули. Потянули. У нас получилось вот такие вот два окошечка. Кто вяжет быстрее, заканчивайте ряд вот таким вот образом. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Не забывайте пропускать одну петельку цепочки. Итак, воздушная петля, накид. Одну петлю пропускаем в цепочке. И во вторую мы провязываем столбик с накидом. Таким вот образом. Захватили ниточку и две петельки раз провязали вместе. И две петельки два провязали вместе. Видите, да, вот такие вот окошечки. Итак, до конца ряда будем вязать вот такие вот окошечки. Итак, воздушная. Воздушная. Пропускаем столбик с накидом. Все, видите, все четко. Все четко. Правильно все набрали, все четко получилось. Итак, вот у нас первый ряд. Вот такие вот окошечки. Дальше смотрим. Три петли подъема. То есть раз. Видите, да? Два. Три. Поворот. И для узора одна воздушная петля. Накид. И повторяем первый ряд. Повторяем первый ряд. Теперь мы рисуем, вяжем в этих столбиках.
воздушная, столбик в столбик, воздушная, столбик в столбик, воздушная, столбик в столбик. Угу. И так до конца ряда. То есть у нас будет вот такие вот два ряда из окошечек. Воздушная. Будьте здесь внимательны в конце. Одну петельку мы пропускаем, да, и в следующую мы вяжем с вами столбик с накидом. Есть? Есть. Делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Так, и продолжаем. Следующий третий ряд. Да, мы сделали 3 петли подъема. Повернули вязание. Накид. И смотрите внимательно, повторяйте. Протянули петельку, вот эту вот арочку. Накид. Второй раз протянули петельку в эту арочку. Накид. Третий раз протянули. Накид. Четвертый раз протянули. Накид. Пятый раз протянули. Видите, сколько у вас петелек на одном крючке. Потом сделали накид и протянули вот эту ниточку через все петельки. Зафиксировали. У нас получилась такая шишечка. Дальше делаем воздушную петлю, накид, и в следующее окошко провязываем точно такую же шишечку. Накид, протянули нитку, накид, протянули нитку, 3, 4, 5, видно, да? Все петельки протянули одной ниточкой, зафиксировали. Воздушная петля. Вот у вас такие получаются две подушечки, две шишечки, да? Итак, идем дальше, повторяем. Воздушная. Ну как вам? Класс. Давайте до конца ряда самостоятельно встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте, у вас все получится. Итак, смотрите. Вот последнюю шишечку я довязала, зафиксировала, да? Воздушную петлю здесь набирать мы не будем. Берем, делаем накид и в последний столбик провязываем просто столбик с накидом. И все, и мы заканчиваем этот ряд. Но мы заканчиваем столбик, не полностью провязываем, потому что здесь мы будем с вами добавлять второй цвет. Кто видел мои предыдущие видео, тот знает, да, как мы добавляем второй цвет. Кто знает, в принципе, уже давно вяжет, знает, как добавлять второй цвет. Но новичкам, сейчас я распутаю ниточки, новый моточек, но новичкам как бы я покажу, как мы будем добавлять второй цвет. Итак, в конце ряда, когда мы провязываем столбик, тот или иной столбик, когда у нас две петельки остаются на крючке, мы берем другой цвет и последние эти две петельки провязываем новым цветом. 1, 3 воздушные петли подъема следующего ряда, а здесь подтянули белую ниточку, да? Подтянули кончик синей ниточки, все, никуда они от нас не денутся. Переворачиваем вязание, делаем 1 воздушную петлю и повторяем вот эти первые 2 ряда. Смотрите, видите, там, где у нас была воздушная петелька, мы будем делать столбик с накидом. 1, провязали по 2 петельки. 1, 2. Сделали воздушная петля, накид. И там, где у нас была воздушная петелька между вот этими шишечками, провязываем столбик накидом. 1, 2. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Ничего сложного, видите? Он простой, но классный. Итак, смотрите. Воздушная петля и последний столбик, который мы вот с вами начинали предыдущий ряд, в него делаем столбик с накидом. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. И повторяем опять второй ряд. Да? Вот этот второй ряд будем повторять.
Так, 3 петли подъема, поворот, воздушная петля, накид, столбик в столбик, воздушная, столбик в столбик, воздушная, столбик в столбик. Но опять же, понимаете, да, столбик, значит, это столбик с накидом. Воздушная, смотрим, и в последнюю, так видите, одну воздушную мы пропускаем, и в следующую мы вяжем столбик с накидом. Вот такая вот красота. Следующий ряд у нас будет с шишечками. 3 петли подъема, 1 2 3, поворот, накид, и вот в это окошко привязываем шишечку. 1, протянули ниточку, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петля. Так, повторим еще раз. Накид, протянули, 1 2 3 4 5. Все вместе протянули, зафиксировали, воздушная петля, и так далее до конца ряда. Понятно, да? Потом вы можете связать образец на нужную вам высоту, рассчитать сантиметры. Так, видите, как получается красиво. Если это у вас будет пледик, то потом так вот обвяжете, вообще будет шикарно. Давайте еще раз последний покажу, и дальше будете самостоятельно вязать, хорошо, на нужную вам высоту. 2 3 4 5. Вместе зафиксировали, воздушная, класс. Смотрите, класс. Давайте свяжем еще несколько рядов, да, чтобы было более понятно, увидели, как он будет выглядеть, так скажем, в масштабе. И встречаемся через несколько рядов. Давайте, у вас все получится. Так, смотрите, что получается. Это получается, поменялись белое-синее, белое-синее. В каждом ряду по 3, в каждом цвете по 3 ряда. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. И получается 31 петелька мы сами набирали. Так, сейчас посмотрим, сколько получается из данных ниточек и из данного крючка. 31 петелька — это 14 сантиметров. Так, а получается ширину 10. Вот, то есть можно спокойно рассчитать. Учтите, что вот эти шишечки, они, конечно, забирают много пряжи. Вот, так что если будете в дальнейшем рассчитывать, то есть вот эти вот пустые 100 рядочки, они, конечно, мало съедают ниточек, а шишечки больше. Красиво? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!